Всем вас, меня зовут Андрей, это у нас канал АС. Продолжаем политика. Я специально сделал паузу, потому что он там начал говорить. Да, товарищ, сегодня проверю, чему вы научились. Приступайте к работе. Чем не тупишь? А что так темно здесь? Когда я запускал, тогда было все нормально. Давай-ка. Так. На. Заново. Мы подозреваем, что водитель, который вчера не остановился для досмотра, пытается пересечь границу. Часть регистрационного номера ОЗГ. Опись. Вспоминаем все. 19 апреля 1981 года Министерство транспорта меняет правила ввоза товаров на территорию Акрестана. Вводится требование о наличии водителя описи грузов. Любые несоответствующие... Несоответствие документации должно привести к отказу в въезде. ОЗГ. ОЗГ, нет, не ОЗГ. Здорово. Ой. Здорово. Чем ты мне даешь? Мелко торговли. Некоторые приезжающие захотят с вами торговаться в коммунистическом государстве. Предмет первый необходим. Сейчас вы можете найти только на черном рынке. Мелкая торговля может стать для вас дополнительным заработком. Цена предмета в вашем инвентаре – это цена, которую вы заплатите за этот предмет. Перед продажей вы можете легко проверить, будет ли ваша сделка прибыльной. Окей. Так, ты будешь брать? Бери. Ты будешь брать? Подсунуть? Ладно. Вот документы. Вот, смотри. На. Так. Так, объединенное ралли, опись грузов, фото, срок действия, имя, кабинет, шина, внешности. Так. А, подожди, ты что на чем? Тут написано? Даже написано? Перевозчик. Ралли. Ралли, 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 ралли. Так, тут птичка есть. Цвета вроде. Обучение. Подожди. Спасибо. Мушам. Ага. Гадина. Подожди, отчет. Фамилия имени. Неправильно. Что в декабре? Нормально. От рождения. Так, это все. МД. Ага. Срудище. Номер паспорта. Номер паспорта неправильно. Фото. Фото вроде ты. Опись грузов. Ящик с лекарствами, ага. Так, я все забыл. Сейчас вспоминаем. Сейчас попытаюсь. Так, да. Эту запись я уже делаю на следующий день. Так, тут вроде. Подожди. О. А, короче. Почему же у меня видео не уходит, не уходило-то? Знаете что? Потому что и тут. Погода испортилась. И ну, так получилось. Ящик с лекарствами 3, удобрения 4, газоплита 2. Я, короче, ничего не успел. Где там? Максим. Я, короче, ничего не успел. Я пришел на обед только в 2. И через 10 минут мне надо было убежать. 10 минут я не успел отредактировать. Вот так. А, тут ничего нет, весов нет. Откуда ты знаешь, что тут весы, да? Я смотрел, потому что. Блин. Да, это вообще. Давай, давай отсюда. Побольше здесь. Так. Снегу Дайнара. Ну. Ну, пожалуйста, все должно быть в порядке. Я решу. Подожди, вот ZG. Ну что, пистолета нет? Да-а-а-а! Садись! Погнали. Стой, гадина! Стрелять не буду! Стой, гадина, говорю! Стрелять не буду! Подержись, беглеца! Да, да,
Я также сегодня ездил. Но нет, не врезался я. Но задрифтил я вообще там. Когда надо было разворачиваться, там вообще дрифт. Чуть ли не 360 сделал. Случайно. Вот. Один дрифт был удачный. Хорошеч. Чё у меня там? Чё у меня высокая машина? Ты чё, не мог проехать что ли? Ну давай покатаемся. Уже 5 минут прошло, мы тут не можем догнать этого беглеца. Нафиг я взял документы, надо было вышвырнуть его отсюда. Я сразу не смотрел, но этот. Сюда иди. Сюда иди. На. Идем по сокращенкой. Давай, железяка. Ну пока недалеко уехали, ну иди сюда, а. Тут нет никого. ППС, вернись. ППС, можно вернуться, пожалуйста. Куда он поедет? Конечно, направо. А я и выложил свои хрени. Я без света. Да, кстати, свет надо включать. Стой, говорю, гай. Как вылезти? Можно? Ну, что сумею сбежать от вас? От меня? Можно сбежать? Вернись. Чё, сколько? Ты охранял, что ли? А чё, нельзя, что ли? Ну, хер бы с ним. Так. Сюда иди. Вернись в офис. Охранял что ли? Сюда иди, сказал. А сейчас стрелять тоже не буду, понял? Пока. А ты чё как лагаешь-то? Ты шо? С ума сошёл? Дура. Это нам меньше там. Ты чё тупишь вообще? Давай как-нибудь убить тут. Почему? Память для текстур надо уменьшать. Оказалось, надо повышать. Надо будет вырезать это, да? Если я не забуду. Я забуду, извините. На 8 минут. 8 800. 5 5 5 3 5 3 5. И чё, ничего не изменилось? Разменилось. Ну-ка, фу. Мне кажется, надо программу выключить. И перестановить ее, чтобы... Она, конечно, память все занимает оперативно. Сейчас она вроде не должна работать. Все. Я, короче. Гофа. Я подчеку всех. Алло. Товарищ, у нас пропала связь с оперативной группой сержанта Гаврилова. Они преследовали посадку кровавого кулака возле лесопилки. Взял срочно, так что проезжайте туда как можно быстрее. Вам будет сопровождать капитан Сорокин. Его. Не вот это. Потянул глаза. Да что это такое-то? Я же смотрел, был все. Классно было. Зашиби все было. Нестандартная.
А что так тупить-то? Поехали! Что надо? Я сразу пистолетик, не был что-то. Дальше, берегите себя. Так. Да, пусть нажать. Ставить тут все. Куда? Так. Ой. Так. Свет Макарова. Наверное, снова сбой в работе оборудования. Такое случается каждый месяц. Включайте, пожалуйста, фонари. Куда ехать? Стопил, когда будет быстрее. Ты что, с ума что ли сошел? Потеря связи. Установите контакт с оперативной группой сержанта Гаврилова на лесопилке. Зачем вот позвали? Он совсем зеленый. Спасибо, что так. Приманул. Моргать не надо. Так вот, продолжаем. Я, короче, что-то нахимичил, хочет. Надеюсь, это будет начало плодородного сотрудничества. Он сержант говорил, спустился с бандитами. Давайте выбираться отсюда. Я должен лично продолжить с инспектором. О происшествии. А можно мне? Как вы мне попадаете? Ух ты. Не, просто так не сдамся, падла. Ах ты, падла. Не дай мне убить самого главного. Ничего, не может тебя изжать, да? Быстрее, помоги мне! Кажется, он еще жив! Товарищ, не умирайте! Вы нужны Агрестану! Агрестанция вас требует. Вот, я, короче, нахимичил. Сделал себе чуть-чуть неудобно, но... Главное, чтобы нажмите либо клавишу, чтобы... А, повстанцы уверены в вашей гибели. Повстанцы уверены в вашей гибели, убегают с лесопилки. Через час обеспокоенный комиссар отправляет на место своего заместителя место с преступлением. Рана на вашей голове оказалась поверхностной. К сожалению, товарищу Сорокину не так сильно повезло. Пройдите это дневное обучение для пограничников. Очень завершение. Поздравляем, вы уже готовы к самостоятельной работе. Правильно выполнять свои обязанности, чтобы получить повышение. Более высокое звание увеличит заработок и открывает доступ к новым функциям моста. С этого момента мы больше не будем поддерживать вас. Финансовая задолженность объекта приведет к замедленному увольнению. Секунду. Секунду. Ты не хранил для работы? Пауза. Может, из-за этого не лагало? Товарищ, я рад, что вы живы. Вам повезло. Похоже, вы готовы к службе. По приказу комиссара с сегодняшнего дня я буду следить за вашими дальнейшими действиями. Может, из-за этого не лагало? А? Как вы думаете? Выход. О, черненько. Так. Йо, просто. Товарищ, пролистал в аркейд совершенно гнусное предательство. Ради блага граждан мы не должны позволить, чтобы их товарищи пересекали границы. Мы рассчитываем на вас. Ах вы гады. В связи с раскрытием связи между гражданами Крыльевской Архии и преступной группировкой полиции ввела эмбарго на все товары из этой страны. Запрещен въезд водителям,
перевозящим товары и багаж из королевства РК. РК, багаж нельзя. То же самое. Так, часть регистрационного номера 9PC, возраст 35, желтый. Желтый, 35, PC. Ты PC? Не PC. Ты желтый? Блин, желтый. 35 себе лет. РК, разговори мне. Не говори, падла. Блять, вот что есть. Вот что у меня есть. Говори, откуда ты? Ой. Аркей же? И все-таки, да. А случайно этот. Смотрите, как сам-то вратай. Мы Шурин был водителем в белом клубе. Я не верю, что вы такие великодушные люди могли поддержать меня. Что же черт-то какая-то? Какая есть, чё уж. Крестовый Аркей. Ничего не везет. Рамиль Соколов. Рамиль Соколов. 6-4-4-6F-76. 4 сентября. Так. Апрель у нас пока. 10-21 июля. Пока у нас апрель. Так, ты тут может что-нибудь потыкать, нет? Все? А, сколько тебе лет? Подожди. Ты сколько лет? Нет, не то, не то, не то, не то. Сколько тебе лет? Только нет. Ну, езжай. Отлично. Опа. Не успел. Так. Какой это? 9PC. 9PC? 9PC. Желтый. Желтый от тюльпана. Желтый от тюльпана. Ты сразу говоря, окей? А можно мне забрать сюда? Живые все? Живые все. Прям живешь? Запрещенная? Дорогатая? А? Выйди сразу машина. Ты что? А, ну погнал. Погнал, пока. Теперь ты тут работаешь. Ну, вы желтая. Контрабанду не вижу. Не, не нужно, езжай так. Приказа, приказа. Альбарак, а, ну это Альбарак, ладно, 16 августа. Ты не фигел ли? Чувачок, ты где купил такой просроченный? Назар Слев. Ты офигел что ли? Не надо, давай так. Моя фамилия. Так. Что, издеваешься? Вот и не так. Наверное, паспорт хотя бы тебя берет, нет? 7T7X. Q53M. Да, вроде правильно. Так, а чё? Миниган? Да чё это такое? Да вроде нет ничего. И кого арестовывать, если... Или просто надо арестовывать? Ты нормандист, но у меня нету. Накрыв логовое, лака на цвет. Цвет желтый. 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 А, ты все равно не приезжаешь. Что, попробуй, что ли, не одно? Ты все равно не приезжаешь. Это еще не конец. Ты, брахвот. Ух ты. Ты думаешь? Есть новости. Итак, к новостям. The Voice of Zakharistan. Вторник, 21 апреля. 81 год. Ложная помощь. Гуманитарная организация из королевства Аркей была увлечена в поддержке врагов нашего народа. Организация Белый Голубь. Проводя через нашу страну продовольствие для семей из объединенной ралли. Продавала оружие бандитам Кровавого Кулака. Королевство Кейла отрицает связь с этой организацией. Для обеспечения безопасности граждан наше правительство ввело эмбарго на все товары, ввозимые из королевства. Пересечена контрабанда оружия, разрушающая стихии. Проливные дожди на западе страны
вызвали наводнение, уничтожение многие сельскохозяйственные культуры ради жителей. Благо жителей региона правительство решило снять ограничения по перевозу продуктов питания. Блять, 9, 9, 5, 9, 5, 5. Ой, на возраст не помню. Здорово, наркоманка. Конечно, возьмите. Возьму. Так, кралли. Окей. Окей, ладно. Ладно. Так, это ты усатый? Тут еще бородатый, стой. Нет, это не ты. Тарачи. Кавави. 3К24. 43-12. Так, 40-10. Его собрался. Объединено ралли. Ралли. Ну все? Жена. А, жены. Груз есть? Груз нет. Это не ты? О! Мешок картошки? Зачем мне мешок? Вот бумага, водка. Извини. Это не ты. Чарли. Ты мне еще через 3 года прислал. Почему наличку? Фигня мне. Не знаю. Ты чуть него не резался. А возраст-то какой у тебя? Дебил. Респект, да? 9 PC? Не было же 9 PC. Да, я вообще-то не Олег, вообще-то Андрей. По-моему, представлялся. Берите только... Чё вратай? Куда вратай? Подтверждение. 33. Окей. Ой. А, правила езды, вот эти. Хикмет и Маналаев. Хикмет и Маналаев. Эрбем. Это нормально, это нормально. Торговля. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты же Аркей. Так что иди нафиг. Нафига ты мне тут нужен? Блин, скажи. Иди нафиг. Нет, не ошибка. Я все заработал, то потратил на преступника. Че испугался? Куда это? Из Аркей? Из Аркей. Хи-хи-хи. Ты что, не читаешь новости, что ли? Так. Что, не читаешь новости, что ли? Шо, Олег? Халиди Рудков. Правильно, Рудков. В. Оф. Ди. Ну, все правильно. Сентябрь, апрель. До завтра. Ну, ладно. Отрождение. Спять? Что ты мне тут голову? Можно на кнопке это сделать, а? А почему мне интересно? Подожди. А что там у меня интернет работает? Нет. Иди давай. И что это? Я просто прикрутил. Все. Я с тобой. Работный, это вот, пожалуйста, все на сегодня. А
Это дальше момент, чтобы пополнить запасы, посудить место в тюрьме или отдохнуть. Идите. Правильно постом, с помощью этого компьютера вы можете улучшать свой пост, контролировать ежедневную стоимость его содержания, контролировать ежедневную стоимость, проверять статистику вашей своей работы. Нанимать дополнительных охранников, чтобы улучшить количество вашего поста. Улучшайте здание, чтобы получить дополнительное пространство. Или повышайте свой уровень восприятия. Покупайте новые полицейские машины, чтобы эффективно следовать преступников. Статистика. Исключенные. Один из трех. Определенное состояние. Ага, общее дополнительное, бла-бла-бла. Транспорт, азарт. Ой. Вообще. Так, московин. Мне нужен. Счастливый. Счастливый московин. Счастливый победитель. Угу. Национальная лотерея. Отойди. Чем я нажал сразу? О. Давайте почитаем у всех. Давайте. Бывший сотрудник отдела уголовной полиции Главного управления полиции в Саттикане. После ТП с участием пьяного политика отказался заметить дело, за что был понижен в должности и переведен в пограничную часть провинции. Вот так вот. Какой-то падла. Постовой Рэпнин. Много лет успешно руководил автомастерской, но в результате поправки к закону о собственности и земле его мастерская пришла в собственность государства. После этого инцидента он перебивался разными случайными заработками и наконец устроился механиком в полицию. Сам Маккоин счастливый победитель национальной жилищной лотереи 1945 года. К сожалению, плохие стандарты строительства привели к тому, что здание обрушилось, в результате погибла вся его семья, пытаясь заново устроить жизнь, переехав Карикатку, где я нашел работу полиции. Сам Новик, когда ему было 6 лет, его родители арестовали за оскорбление властей. Донос в КГБ написал их же сосед его на 100 акаров. Затем его воспитал его дядя, сержант полиции, став взрослым, он решил пойти по его стопам. Этих у нас нет, так что читать при него не будем. Азар ВЗЗ 1. Это И. Конструировано для нужд силовых структур. После реформы полиции в 1971 году стало штатным оснащением каждого подразделения. Просторечие полицейские называют его картошкой. Это тоже не будет писать пока. У меня там сидит один этот чумошник. Так, ты свободен. Ага. Сейчас. Здорово. Там один сидит, нет? Сейчас пойду спать и все. Сидишь тут? Нет никого. А вот это, наверное, получение. Смотреть, парочек. Здорово. Сейчас спать. Так, ножик. У меня там смотри, ножик есть. Как-то так. Это у меня со светом еще так свистал. Первый день. Минус 175. Накопление 175. Сегодня же баланс минус 200. Что у меня? Минус, да? А, у меня же какие-то накопления были. Вставайте! Впереди еще один отличный день. На границе. Это не 60. Так, все так же. 35 желтый. Так. Надо взять. Я пойду,
Желтому тюльпаны. Желтому. А, только так. Ты тратишь мое время. Ты мое тратишь время. А я не посмотрел. А я не Олег, я Андрей. Не, не надо. Хотя. Где тебе? Будешь мешать мне. Так. У меня есть тут ориентировщики, лап. Вон сюда. Ты не преступник, что ли? А почему? Здорово, состой. Почему ошибка? Не ошибка? Еще что ли? А, минус 25. Ничего страшного. Кто никто не бежал. Кто не мог сбежать. Нифига себе тут. О! Отлично. А что я тут не сразу не заметил? Пунь, 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 пунь. А тут можно заказывать этих? Да ладно, нет, что здесь? Тысяч, 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 тысяч. Он что, не заметил? Блять. А что он так не заметил? Три. Сколько контрабанды несешь? Там ничего было немножко. Ну так вот. Это мне нравится. Ух, йоу. Сейчас будет 35-летний. Посмотрим. Да подожди ты его. Все? Да что тут ничего нет? Что-то не видно было вообще. Так, это надо входа вызвать, нет? Который берет. Служебный? Почему? Время недоступно. Почему? Сейчас мне что-то будет не хватать. А убирать вот эту фигню. Видите, раз правильно посмотрим. Посмотрим. Тут, тут. Тэдди. Я еще на следующий раз попытаюсь сделать тут. Почетче сделать. Так, ты из РК? Из РК. Так, сразу. Сразу нет. Пикрет картал. Так, 74-78. 5СР3. Нормально. 20 июля, 10 июля. 5. Ему осталось просто так. Может быть на кнопке? Нет, почему? Дай бусинку звоним. Кнопки, кнопки, кнопки. Так. Падение, перезарядка, поговорить и фонарик, досье, что-то смотрели, карта, номер автомобиля. Камера. А, замени бросить предмет, двигатель, фара. Бросить предмет. Чё ты сигналишь? Желтый, 35 лет. Желтый, 35 лет? Так, выйти из машины, привезти, нет. Нет, необходимо, нет, зачем? Ура, повысили, тут. Нормально тут? Все идеально. Идеально. Здорово, что надо? Окей, окей. Иди нафиг. Это ты? Ой, ты усастый. Сколько тебе лет? Сколько тебе лет? 662? 41 утри. Кудрят. Кудрят. Ораза леуляо. Озеро леуляо. Срок годности.
Май. Нормально. Апрель. Ага, дата рождения. Дата рождения. Вопрос ручный дата рождения. Можешь не выходить? Вам же пофигу. Направил. Пора, что ошибка. Это ты ошибку делаешь. Вы, главное, сотрудничаете с этими гадами. А я еще ошибку допускаю, да? Иди отсюда. Сегодня не видел, понял? 35 лет. А, 35 лет остался. Кто желтый был? А, я поймал желтого, да? Что это? Один не соответствовал везде. Что ты мне пугаешь-то? 39. Попал! Тут еще, кстати, можно проиграть. Я видел. Отчетик. Так. Отчетик. Качотик. Качотик. Он становится какашка. Все? Все, братан. Я без меня дальше. А нет, со мной. Ай, 4 осталось. Смотри, идет сюда. Да что это такое-то будешь делать, а? Тихонько. Билами! Обстреляли товарища. Группировки лечения. Спасибо. Программа просто отстоять. Спасибо. Группировка банда Аберянкова. Организована преступная группа, действующая в Карикатке. Они занимаются контрабандой, торговлей, ролью похищением людей с целью получения выкупа. У них постоянный конфликт с полицией Акрестова. Правый кулак. Антиправительственное движение, сопротивление под руководством Михаила Гаврина. Его цель – освободить Кыргызстан из-под власти коммунистов. За последние несколько лет его членам удалось глубоко внедриться в органы государственной власти. Республика из банды Бабрянка снова на нас напали. На этот раз вы справились, но будьте осторожны. На людей могут вселиться. Подумайте покупать новое оружие и снаряжать своих подчиненных. Ты видел, да, каких? Вообще. Понял? 35 лет там. Да. Им что-то купить. Зато не вылетает. Сам ты в роты. Проклятый красный Аркей снова сует нос в свое дело. Они не только публично теряют нашу власть, но и поддерживают бандитов! Ты из Аркей? А, ты из Аркейса? Ну, вот. И свой. Ты не 35 лет? 34. Так, все, что-то... Франкар Соколов. Франкар Соколов. Вообще, как бы, 47 мая. Вообще-то это не твое дело, если честно. Если что так. Кристан. Просто все правильно. Ты можешь приезжать. А, это ты нет? А, это ты. А-ля-ля, чло. Блик-блик. Я с тобой пробью. Лучше здесь отдыхать, завтра у нас много работы. У меня патронов нет. Какие много работы? А можно я со склада как-нибудь, а? Инвентарь. Сейчас слабенько. Так. Надо этих мощников сюда посадить. Пошли отвезем один раз. Или можно это сделать. Можно? Вызвать. Можно? Вызвать. Можно? Вызвать. Снабжение, полицейский транспорт. Пожалуйста, снабжение.
Привет, Санжаня. А знаешь, что ты про меня ругаешь. А вот ножик получше есть. Ну ладно, давай сначала сломай. Пойди. Так. Как их отправить туда? Переместить. Давайте съедем, чё. Ух, ёлок, сколько людей пришло. Давай быстренько съедем. Да, патрон нужно. Патрон. Куда я патрон-то хочу засовывать? Я не стану. Ри-р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 и. Ну, это для тебя патрон. Или автомат здесь? Что у тебя есть? Оружие мне нужно. Так, а что такое? Ты что такое? Это скорость. А, это у нас пробиваемость. 700 стоит. 1300. Так, мне осталось, мне нужно ружье. Граната. Ту-ту-ту. Можно так? О, можно. Давай так сделаем. Вот отлично. Все, закрывайся. И... Так. Куда нам надо? Нам надо сначала вон туда. И сначала вон туда. Они... Гидропоезд путешествует по крысам, зарегаясь в вражеских отрядов, банды Абрянкова. Они попытаются отбить своих товарищей или перехватить товар. Если вы их встретите, вы можете убежать и сразиться с ними, чтобы получить дополнительный наград. Подожди. А тут, наверное, без разницы куда. Или бы туда, или туда. Нормально, успеем. Бесить, побесить своих чиников. Как мне тут интересно? Давай, давай. Ну вылезай! Уйди! Нельзя сюда. Ох, я. Где? Где еще? Где такая? А сам будут? А где остальные? А где остальные? Ну что, обманули что? Ой, где вы, гады? А где за текстуры? Шапота, пробша сбежать. Ну, нормально. Где? Ничто его. Да елки-палки, да, ну? Возьми визит! И... Ах, куда ехать теперь мне? Понятно. Нафиг с ним сражаться? Я здесь покосился, там покосился, потратил. Я тут покосился, там покосился. Мне, наверное, сейчас ремонт будет миллиард долларов. Не-не-не-не-не. Спасибо. Люли, люли, па па па.
Папарацци, хотят папарацци ячу. А да? Мы завтра прибудем. Папарацци, люли-люли папарацци, люли-люли папарацци. А сейчас как проехать? Сейчас, ух, ё. Опять направо. На обгон иду. Так, конечно, нельзя делать. Так что так вот может получиться. Не, я сделал. Ой. Бонжур. Люли, люли, та-та-та, тя. Люли, люли, та-та-та-та. Ты поехали? А, спасибо. Сейчас направо. Тут направо, тут направо. Да. Моя машинка не выживет. А моя машинка не выдержит. Не выдержит. Не выдержать. Люли-люли не выдержит. Люли-люли не выдержит. Люли-люли-люли-люли-люли не выдержит. Здорово. Вот прямо. Никуда не надо сворачивать. Я немножко устал ехать так далеко. Люли-люли так далеко. Люли-люли так далеко. И за всего-то 100 рублей. И за всего-то 100 рублей. Люли. Я сейчас спешу. Эть? Вон тут хорошая тачка. Может все взять? Отдайте подвозиду. Набирай. Вас похвитили о дровней контрабанде. И нифига мне это сходить. Я потратил 10 минут своего времени. 10 минут, чтобы получить 100 рублей. Я понимаю, это для студентов. Это покататься. На машинке. Покататься. Целых 10 минут. Обняться чем? Короче, 2 дня бы прожить. Проработал. Я просто покататься на машинке. Тут, 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 тут. Та-т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 а
Так, сколько мне? Сколько мне это? Нормально. Как мы звонил? Сигнал работает. Паучок живет. На этом закончим. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте. Ну и всем. Ура, накопление.